понедельник, тяжелый день. К 9 мне в школу пора. Мама, завтракать я не буду. Сигарета мой завтрак с утра. Мимо луж я тащу свой рюкзак. В рюкзаке моем книги лежат. Биг Бидер, Чак, Паланик, Маршак. Я вообще-то интеллектуал. Я на Катьку смотрел всю физру, но не смотрит она на меня. Голубой цвет ее волос, он так манит и манит меня. Она вечером за гаражом будет пить Изабеллу, курить красный Мальборо или Винстон. Невозможно ее не любить. Буерак и пассаж, будем за руки держаться вместе, а потом переедем в Питер, чтобы жить там до самой смерти. Только это потом, наверное. Мимо луж я иду со школы. Жизнь вообще эта штука скверная. Понедельник, день тяжелый.